Добрый день, зритель нашего канала. Сегодня 2 ноября. Мы в теплице и делаем анализ, вот уже такой подыток томатов, первый, да, который можно сделать. Вот томат Цисус, да, великолепно себя показал на осень, хотя больше мы, конечно, всегда рекомендовали на весну. Но, опять же, обратите внимание, абсолютно чистый лист, здоровый, уже все листья ободраны здесь до вот этого уровня. Почему? Потому что томат набрал свой размер. Уже отработанные нижние кисти, то есть он очень достаточно ранее идет. То есть томат можно рекомендовать, опять же, как для теплиц, так и для парников на осень. Исключительно хороший томат на весну. Смотрите, какие плоды. Плоды красные, плотные, большой, смотрите, какой чашелистник у него есть открыть. То есть томат великолепный. Очень плотный, очень плотный. Видите, плотность какая у него. То есть он не мягкий. При этом он очень ранний. Мы видим, да, кто, смотрите, как еще вот, вот томат. Ну, очень хорошее опыление идет этого томата. Сразу вот так, 5. Ну, вот я говорю, то есть в кисти он хорошо зацепляет, не меньше 4 помидоров. Обычно больше это 5-6. Но там, где больше 6, я считаю, лучше нормировать, лучше меньше, да, крупнее, потому что есть такой хороший мультфильм про шапки. Хотя бывает, вот смотрите, бывает, что он зацепился и больше, где-то не сформировали, да, но он их тянет спокойно. Но, опять же, я вам так скажу, когда вот так зацепился, то следующая кисть бывает, там, видите, не 4, а сколько там у нас, 3 помидора зацепилось. То есть, ну, помидор тоже не обманешь, он не сможет вам все такие кисти, да, дать его, чтобы они все были такие. Вы посмотрите, какой великолепный помидор, какой шикарный размер, да, у него, вот смотрите, вот, вот кисточки какие, да. И это уже 4-5 кисти у него идут, да, то есть, поэтому, смотрите, как хорошо, вот этот пример, да, смотрите, как хорошо прокачивается весь помидор, уже наверху какие помидоры, да, стоят. Это я говорю, на каждом растении, вроде, вот он не такой крупный, там, как, допустим, 24-13, да, или, но достойно качается по помидорам. Видите, он весь загруженный, весь вот в кистях. Смотрите, какая вот нагрузка, смотрите, великолепный помидор. И самое главное, поражает, видите, его лист, да, при такой, все, но сейчас погода такая. Если кто-то замечал на каких-то определенных там, на растениях, там, Владиспариоз валит, хотя пишут, что сильно устойчиво, то здесь очень хорошая устойчивость идет. Томат, видите, какие вот кисти хорошие, да? То есть я говорю, ну вот, видите, сразу вот, смотрите, раз, два, вот, все крупное. Вон, уже смотрите, докуда, да, вот, смотрите, вот, вот. И дальше посмотрите на ту кисть, она уже хорошо закачалась, то есть уже. Вот, опять же, посмотрите на этот помидор, да? Вот, видите, кисть, вот. И мы видим, что самое последнее, вот видите, что хорошо, что здесь помидор перенесся, я могу показать, что последняя кисть, она не маленькая, она уже накачивается. То есть, насколько хороший, сильный помидор. Поэтому этот помидор в действительности достойный, на нем уже очень хорошо собирать. Потенциал урожая у него великолепный. Ну, я думаю, что будем вам дальше его показывать. Опять же, весной мы однозначно его посадим. Ну, пока-пока только плюсы у этого томата. То есть, если вас интересует томат средним весом где-то 220-230 грамм, ранний, транспортабельный, с хорошим цветом, с хорошими чашелистниками, с хорошей устойчивостью, то это, конечно, это ваш помидор. На этом спасибо. До свидания.